Упражнение для левой руки. На левой руке у нас есть два упражнения. И первое упражнение показывает важный момент, ошибку, которую часто допускают, играя подряд два звука га. Играет так. Га-га. Отрывая левую руку. Га-га. Га-га. Второй звук га нужно прижимать к мембране. Га-га. 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 В особенности это важно, когда мы учимся играть быстрый ритм на мриданге. Дубль кахарва тал. Дхе тадхарте гадхата дхе тадхарте гадхата дхе. Обычно преданные часто играют так. Отрывают руку. Надо прижимать. Дхе тадхарте гадхата дхе.